Компания «Высоцкий консалтинг» занимается внедрением инструментов управления в малый и средний бизнес. Мы уже предоставляем наши услуги на трех языках – русский, английский и китайский. Мы помогаем владельцам бизнеса внедрять инструменты управления в их компанию и делаем владельцев компетентными в области управления. Первое, с чего мы начали, мы выгружали табличку в Гугле, и наши менеджеры ее обзванивали там, условно писали имя, и там все примечания, все было в одной табличке. Это была куча табличек, куча разных файлов, и мы не могли никогда нормально свести цифры в полной мере. Отношения с клиентами, они в принципе никак не поддерживались, и каждый клиент, даже если он возвращался, это просто был новый клиент для нас. Соответственно, мы никак не влияли на повторные продажи и на возврат клиента. Так как у нас довольно сложный цикл сделки по продажам, мы не особо понимали технологию продаж, и мы приняли решение, что CRM-систему мы можем внедрить самостоятельно. Мы выбрали AMA CRM по той причине, что это должен быть очень удобный инструмент не только для руководителя, но и, конечно же, в первую очередь для продавцов. Процесс внедрения происходил таким образом, что мы получали большое количество, как руководители, сопротивления по внедрению CRM-системы. Столкнувшись с этой проблемой, я поняла, что мне нужно экспертно подойти и разработать точную технологию продаж. Так как мы консалтинговая компания, мы решили подойти, скажем так, профессионально к этому, и я искала разных ребят, подрядчиков, которые могли бы компетентно мне помочь. И компания Pinch CRM помогла нам разработать правильную воронку для нашей компании. На момент обращения к нам у компании «Высоцкий консалтинг» уже работала AMA CRM, но нуждалась в определенной доработке. В ней было очень много моментов, в которые продажники могли спрятать свою некомпетентность. Первое, что мы сделали, это разделили процессы и отдельно выстроили логику процессов управляющей компании, отдельно выстроили логику процессов московского филиала, который занимается развитием этого региона. Мы используем некоторые виджеты в AMA CRM. Например, мы видим, как клиент прочитал письмо, в какое время он это сделал. Это очень облегчает жизнь, потому что если клиент письмо, например, не открыл, то мы ему звоним и говорим: я вижу, что вы не открыли письмо. И он сразу же понимает, что это так, и диалог завязывается именно на этом. Мы внедрили виджет «Поиск дублей». Если был дубль или какая-то информация дублировалась, для того, чтобы не звонили одному клиенту несколько менеджеров с разных каналов, это автоматически удаляется и проверяется. Чтобы все мои продавцы были в тонусе, в боевом настрое, я очень часто использую игры. Я объявляю день, когда у нас должен быть определенный этап воронки разобран. Вот. И кто больше сделает результата, соответственно, он получает какой-то подарок. Это мне помогает двигать клиентов по воронке. Это мне, в принципе, помогает контролировать продажи и увеличивать доход. В нашей компании внедрен такой модуль, как выставление счетов именно отделом продаж. Менеджер прямо в интерфейсе может нажать, внеся определенные реквизиты, на несколько кнопок, и сразу автоматически клиенту формируется счет и договор, и клиент сразу это получает. Мы внедрили в отдел продаж компании «Высоцкий консалтинг» своего бота под названием «Удаленный роб», который отслеживает каждую задачу по каждому клиенту в AMA CRM и выдает результат этой задачи руководителю в его Telegram. У меня было очень важно для разных стран возможность подключить разные IP-телефонии. И получается, благодаря AMA CRM у меня есть эта возможность, и в Казахстане это одна телефония, в России несколько других, и в Украине это другие. После того, как мы внедрили AMA CRM, у нас уменьшились операционные расходы порядка где-то в 2 раза в отношении управления процессом продаж. С правильной воронкой мы выросли где-то порядка 60% по сравнению с этим же временем в прошлом году. После внедрения AMA CRM в нашей компании каждый менеджер отдела продаж стал более эффективнее. И мне, с точки зрения управления отделом продаж, стало понятнее, виднее, где у нас есть заторы, куда нужно приложить максимум усилий, чтобы получить результат. AMA CRM существенно облегчает жизнь как сотруднику и не дает упускать клиентов, терять их. На мой взгляд, это лучшая CRM-система из того, что мы пробовали до этого. Благодаря тому, что AMA CRM – это очень гибкий продукт, мы можем адаптировать ее под любые бизнес-задачи наших клиентов.